Привет, друзья! Сегодня запекаю целого барана в земляном тандыре. Основа маринада – домашний соус из томатов.
Это был самый большой баран в нашем районе. Если это видео наберет 50 тысяч лайков, в следующий раз приготовлю кое-кого побольше.
Самый основной ингредиент. Thank you.
Запекать буду часов 6.
Сегодня вместе с вами приготовим очень необычное блюдо турецкой кухни. Чтобы не было лишних запахов, добавлю соль и уксус. В таком виде оставлю на пару часов.
В грибы добавлю соевый соус.
Оставлю в тандыре на 2 часа. Шон! Шон! А ну давай своих друзей сюда.
Привет, друзья! Сегодня из этого сазана приготовлю много вкусного. Присоединяйтесь! Красивый куст, жалко, конечно, но вино будет еще красивее. Когда вино будет готово, перчатка будет стоять. Погреб на 45 дней.
Друзья, буду пробовать. В маринад добавлю домашнее красное вино и любимую красную аджику. Хорошенько промариную ножку изнутри.
Королева моих маринадов аджика. Куркума и копченая паприка. Делаю защиту от баранов, а то розы мои уже все съедены. Отлично. Сегодня пригодилась старая корзина из посудомойки.
Костер буду поддерживать еще минимум часа 3, а затем оставлю мясо на ночь в яме. Встретимся утром. Так уже не терпится посмотреть, что же там получилось. Но сначала утренний кофе. Мясо провело под костром 3 часа, а затем 12 часов дожидалось, пока я его достану. Измерим температуру мяса. Я в восторге. Боже, какая вкуснятина. Такому мясу сделаю соус из йогурта, укропа, чеснока и специй.
вирола на цьому, на відеречку. Сливки. Это молозиво? Сливки. Вообще обалки. Сливки. Знаете, как она да. Задняя лопатка. Ребро, грудинка, передняя часть. Добавила соль, смесь перцев и копченую паприку. А теперь делаю маринад. Маринад у меня будет из томатной пасты, горчицы, соевого соуса и подсолнечного масла. Еще мне очень нравится, когда в маринаде присутствует сок грейпфрута.
Ну а пока мясо маринуется, приглашаю вас на чай. Помните, что произошло с моим прошлым самоваром? Он мне очень нравился, и один из подписчиков подарил мне точно такой же новый самовар. Пойдем со мной пить чай.
Пока жарятся ребрышки, я сделаю свой любимый летний салат к мясу. Чувствую, сейчас будет такой дождь. Посмотрите, какое небо. Заправляю сметаной. Прошло 3 часа, так интересно посмотреть, что же там получилось. Какие красавчики! Кого угостить? Пишите в комментариях. А это мое самое любимое.
Привет, друзья! Сегодня готовлю запасы на зиму, аппетитную тушенку из сочной говядины. Присоединяйтесь! Из этой косточки мог бы быть вкусный бульон, но я поделюсь с другом. Держи.
Водичка уже теплая. Как же это вкусно. Мясо томилось всю ночь. Очень интересно узнать, что же там получилось. Красота! Запасы на зиму готовы. Идем пробовать. А как она пахнет? Божественно! Сегодня у меня вкуснятина из говяжьей требухи. Обещаю, будет вкусно.
Уксус обязательно. Забываю про рулеты часа на три. Ждать мне еще долго, поэтому будут пирожки с яблоками.
Ну, очень вкусно. Ну что, тут мои рулетики. Привет! Сегодня приготовим самые хрустящие крылышки в мире. Крылышки будут мариноваться всю ночь, а для вас пройдет всего лишь несколько секунд.
Привет. Привет, мой хороший. Привет.
Какие же они аппетитные, но с картошечкой фри будет еще лучше. Я вам честно скажу, моих сил и терпения хватило, чтобы почистить только одну половинку. Thank you.
говорится, книжка. Давайте приготовим яблочный штрудель к чаю. Thank you.
минут я сварила заранее. Ну что, говяжья книжка готова. Пробуем. Угу.